Отель «Маньоле» располагается на дороге, которая соединяет город Венецию с городом Тревизо. И ее название от огромного, которому дерево больше уже 300 лет, магнолии. Это античная вилла 18 века, в котором сейчас находится отель. Отель «Маньоле» – это венецианская вилла 18 века, расположенная на дороге Тераллио, где традиционно столетия назад венецианские аристократы строили свои летние резиденции. А после реставрации вилла была превращена в отель «Три звезды» с 30 номерами разных категорий и оснащенным всеми удобствами и комфортом. Отель имеет большую бесплатную стоянку для машин для гостей гостиницы, а также депанданс. Это идеальное место для приятного отдыха на небольшом расстоянии от двух великолепных городов, как Венеция и Тревизо.